Неравнодушные горожане подвели итоги форума. В течение 10 дней по инициативе жителей Якутска прошло множество мероприятий. За ними можно было наблюдать в режиме онлайн. В среднем на каждой из площадок присутствовало по 60 участников. А сегодня организаторы сообщили, что, несмотря на завершение форума, работа площадок продолжится. На этом настояли сами участники. Ну а что касается предложений и поставленных вопросов, их оказалось немало, и каждая из проблем теперь на контроле организаторов. Подводя итоги, все сошлись во мнении, что главная цель достигнута, а именно диалог с властью столицы республики состоялся. Наша твердое мнение о том, что этот форум действительно, наверное, играет очень большую роль именно в части выполнения задачи, той задачи, которую ставит Всероссийский совет местного самоуправления, это общественная всероссийская организация, это вовлечение жителей города, граждан в управление городом.